Да, все правильно, мы перегрели табак. Всем привет, это Дава Дым, и сегодня у нас на обзоре кальян Табак Экстрим. Название, конечно, глупое, я считаю так. Название реально глупое. Экстрим. Экстрим, ну и хрен с ним, да, как бы, но название вот меня цепляет. Экстрим. Оно несозвучное. Очень плохой нейминг. Но давайте, собственно, поговорим уже не на названии, потому что мы делаем обзор не на название, а на сам продукт. На четырех углях он спокойно перегревается. Это факт, есть факт. И начинает давить на горло. Поэтому мы сбросим один уголечек. Продуем. И потихонечку будем его прокуривать. А сейчас давайте, собственно, поговорим про сам табак. Экстрим табаку кальянный мастер. Так вот, идет он вот в таких вот баночках. Чем-то вот эта золотуха напоминает Total Flame, да? Но это не Total Flame. Табак акцизный. Получили они его в мае вроде прошлого года. Сейчас где-то у меня баночка была специально акцизная. Я ее даже не стал открывать. А, вот. Акцизная баночка, то есть это уже круто. Если табак акцизный, значит уже круто. И огромный респект тем, кто делает акциз и все такое. Короче, расскажу маленькую предысторию, как я познакомился с этим табачком. Так, давайте, чтобы он опять не перегрелся. Как я познакомился с этим табачком, это было на вроде... В суровом фесте в Челябинске я подошел, у ребят покурил. Тогда, честно сказать, продукт был явно не такой, каким я его сейчас курю. Учитывая то, что это было на свежем воздухе, у стенда было мало народа, когда я к ним подходил, потому что я туда приехал заранее. Я его покурил и сделал для себя выводы, что табак очень химозит и вот прям жестко отдает таким вот прям душераздирающим, горлораздирающим ароматом. Но я недавно был в Уфе. И, собственно, ребята у нас из Уфы, и табак это башкирский, башкирским характером. Я его, собственно, там уже покурил в Уфе, мы с ребятами посидели, кардинально все поменялось, стало как бы более-менее курибельно и реально курить можно. Но есть одна проблема, это, соответственно, что это легкий перегрев уже чреват тем, что курить станет невозможно. Но если ты хороший мастерочек, который умеет все это контролировать, то... Хороший покур табака «Экстрим» тебе обеспечен. Хотя, наверное, это связано с тем, что название у табака «Экстрим» – это экстремальное курение. Постоянно контролируй. Я сейчас курю вкус «Черная вишня». Вишня довольно-таки хорошая, прикольная, интересная. Но в некоторых моментах в аромке бывает прям жесткий провал. Вот прям вот реально провал. То есть ты куришь... Вроде все нормально, потом бамс, аромка провалилась куда-то, и непонятно, куда она делась. Все очень просто. Перегрев. Реально, вот большая проблема табачного листа – это перегрев. Давайте, собственно, немного по маленькой информации пройдем по этому табачку, она у меня есть. Короче, фасовка бывает 50 и 250 грамм. Вкусовая линейка на данный момент составляет 25 вкусов. Начиная от классических, заканчивая аналогом суперновы Фризи. Она у меня есть, я ее курил. Довольно-таки хорошая альтернатива суперновы. Прикольная. Есть две линейки. Ну, было две линейки на тот момент, когда я его первый раз пробовал. Я помню, пробовал легкую и пробовал среднюю. Средняя осталась, а вот легкую полностью ребята убрали. И сейчас они делают легкую линейку на сырье Virginia Gold. Здесь же у нас... Идет полный Берли. Не знаю, с чем связано то, что Берли так легко перегревается. Скорее всего, не в самом листе дело, а в технологии производства, и ребятам явно нужно ее немного подтянуть. То есть побольше над ним поработать с температурой и со всем остальным. Конечно, я понимаю, Уфа у нас курит по-своему, это свой такой кальянный диалект, но нужно рассчитывать ведь не только на Уфу, нужно рассчитывать на всю Россию, давайте возьмем для примера Сибирь, там вообще все любят перегревать, и такой табак, какой у нее сейчас,
явно не подойдет для Сибири, потому что он там будет просто тупо сгорать, и ваш табачок, ребята, просто завалится негативными отзывами о его нежаростойкости. Что касается ароматики и курения, нормально, табак немного моментами жестит, но в целом он мягенький. У меня, грубо говоря, средняя линейка. То есть, если тут посмотреть, да, то здесь вот буковка S есть. Также люди скажут, а что это за синяя такая полосочка? Это защита от вскрытия, потому что табачок там лежит без пакетика. Он сразу, грубо говоря, лежит вот так вот. По консистенции он нарезан средней, средней такой пропитки, лишнего сиропа не остается, это даже к лучшему. То есть, грубо говоря, вы не переплачиваете за то, что у вас остается в банке хуево туча ненужной жидкости, которую хуй куда потом денешь, да? Вот сейчас табак реально курится идеально. Но средняя линейка, она не средняя, она реально легкая. То есть, возможно, на четырех углях она была бы, да, крепкой какой-то, именно такой достаточно средней. Но тут нонсенс. Хочешь покурить средний, будь готов ловить удары на горло. Почему? Потому что он опять же перегреется. Хочешь комфортное курение, чтобы он не бил по горлу, ставь три угля, не перегревая, но этот табак полноценно не раскрывается. Что, блядь, делать такой момент? Ничего. Ждать, пока до производителей наконец-то дойдет, что их не табак не жаростойкий, и это нужно менять как можно быстрее. Мне кажется, моя мама бы этот табак спокойно бы вытягивала, даже то, что она не курит. Потому что он нихуя не средний, он легкий. Хотя линейка средняя, и это вот прям меня бесит, понимаете? Что еще? По цене не очень дорого, даже при том, что он акцизный, это очень круто. И баночки, в принципе, хорошие, 50-граммовые, но у ребят есть 250 грамм. Это типа а-ля Хорека и все остальное, да? Но вроде бы, как я знаю, что у ребят есть еще более супер Хорека. Это прям полкилограммовая, наверное, банка. Ну, я могу ошибаться, но было бы круто, если это было бы все так. Так, а еще могу сказать, что этот табачок можно всегда попробовать на любой из выставок, потому что ребята реально не жмотятся на участие в выставках, где я был, всегда был экстрим, и думаю, на Хуга Клаб Шоу он тоже будет, там вы тоже можете попробовать и сделать свой окончательный вывод. Потому что все-таки я курю, я чувствую, и это, скорее всего, более субъективно, чем объективно в какой-то степени. Кальян я могу, блядь, просто объективно расписать, да? А вот с собачком сложно, потому что мне нравится одно, вам, конечно же, нравится другое. Если примерно брать этот табак и ставить его в кальянную, то я могу сказать так, что для всех он будет немного легенький и, конечно же, не такой крутой, который бы хотелось курить гостям. Что касается вкусов, которые у меня есть, Sunset. Довольно-таки прикольный, хороший вкус, свеженький, интересный. А банан, ну, не получился немного. Вот с бананом вот есть такая вещь, что при перегреве банан уходит в травянистость. Это большой минус. Sunday Morning, мы его сейчас, мы его до этого курили. Это такая какая-то кондитерская прикольная штучка, непонятная, так и не смог разобрать. Мы сейчас курим Black Cherry, довольно-таки неплохо. Фризи это Supernova. И, конечно же, июньская жара. Ну-ка, я ее не курил. А, это цитрус, это апельсинчики. И апельсинчик здесь вроде более-менее такой достойный, но главное не перегреть. Я прям за этот перегрев зацепился. Почему? Потому что, наверное, самая главная особенность кальянного табака – это перегрев. Вот он должен быть прям вот так вот. Что касается накуривания, оно есть. Он не крепкий, но оно есть. То есть, как бы, немного тебя начинает так немного вести. Если хорошенечко скурить 5-6 чашечек, то можно, мне кажется, нормально так объебошиться.
По дымности все супер. Я еще в офисе курил в ихнюю линейку Gold. Она была вообще мягкая, ну то есть а-ля прям вот легкая-легкая. То есть для сегмента полегче будет прям в самый раз. Не надо исключать такой момент, что у ребят почти 30 вкусов, да, и это очень круто. То есть, когда есть какая-то палитра, но я вот субъективно не люблю, когда есть много вкусов. А я считаю, что нужно сделать всего 15 охуенных вкусов, а потом потихонечку продолжать делать вкусы, что-то наверстывать, наверстывать и наверстывать. Поэтому, собственно, я могу поставить оценочку этому табаку вот шестерочку. Даже вот 5,5. Почему? Потому что вроде все нормально. Есть акциз, но вот этот перегрев, он немного отталкивает, реально. Потому что не все могут нормально контролировать этот перегрев и работать с этим перегревом. Поэтому я считаю, что как только ребята смогут наладить перегрев, то есть температурный режим, когда он сможет быть жаростойким, да, то тогда я стабильно поставлю им в семерку, а может даже восьмерку. Потому что тогда табачок будет идеальный, у него и будет и ароматика, у него будет и жаростойкость, и, конечно же, у него есть акциз. В принципе, самый идеальный комплект, который может быть для любого табака, который есть на рынке. Каких-то таких сильных придирок я в нем не нашел. Прям, чтобы доебаться конкретно. Если бы я прокуривал бы партию, которую я курил первый раз, и мне прислали бы ее на обзор, я, скорее всего, табачок бы нормально так подтопил. Потому что тогда он был реально ни о чем. Сейчас прогресс виден налицо, и я смело ставлю ему вот прям даже 5,5-6. Как только ребята поправят все это, мы, конечно же, поставим нехуевую оценочку. Поэтому этот табак Extreme. Чао!